Телеканал КРТ представляє. Всем известно, что у нас коронавирусный фонд пустили на строительство дорог, в большем своем случае. Если так относится государство к коронавирусу, ну, в принципе, это многое объясняет. Если, например, даже идти конкретно с практики, я представляю трудовые коллективы, трудовой коллектив Киевского центра репродуктивной и перинатальной медицины. Они с апреля сидят без денег. Это те люди, которые лечат в том числе коронавирусных больных. Там 10 аппаратов искусственного дыхания. С апреля месяца они сидят без денег. Зеленский со своей командой с коронавирусного фонда деньги отправляет на дороги. Какой коронавирус? О чем вы говорите? Коронавирус в Украине и правда есть? Да. Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, я не представляю государственную систему, потому что не работаю, не являюсь ни чиновником, не работаю в государственных учреждениях. А во-вторых, однозначно манипуляция со стороны государства есть. И это никто не отрицает. Более того, я считаю, что коммуникационная стратегия со стороны государственной системы по отношению к населению полностью провальна. Более того, если мы говорим о тех мероприятиях инфекционной безопасности, которые нужно было изначально внедрять по отношению к населению, то она опять же провальна. А то, что касается большинства лечебных учреждений, то они закрываются только по одной причине, потому что не внедрены международные практики по инфекционному контролю, которые направлены на минимизацию инфекционной безопасности. И поэтому каждое лечебное учреждение, а в нашей стране ход пандемии COVID-19, подождите, пошел как раз по этапу внутрибольничных вспышек. То, что у нас началось с Черновцов, потом Тернополь, потом Ровно, потом Львов и в других городах, в том числе и в Киеве. Я просто уточню, что у больницы нет никаких претензий, что они не соответствуют уровню и так далее. Специалисты там высоко обученные. Я вам говорю как специалист, что в большинстве лечебных учреждений нашей страны отсутствуют программы по инфекционному контролю. И это является огромным риском для того, чтобы передавался COVID-19 от пациента к пациенту.